Ришат Ахмедзянов представляет интересы жителей Анапской, объединившихся в товарищество для строительства распределительного газопровода. Главе Анапы просьба ускорить процесс оформления земельного участка общего пользования под коммуникации. Ждать до середины января значит терять драгоценное время. Сергей Павлович во время приема дал поручение проверить, что с документацией. Она будет готова в течение 2 суток, заверили в управлении имущественных отношений. Надежду Пилипенко к главе города привел конфликт с бывшим супругом. Он препятствует сдаче в эксплуатацию когда-то общего жилья. Сергей Павлович заверил, документы тщательно проверят и дадут ответ, есть ли законные основания для отсрочки в оформлении или нет. Луиза Гусакова и Елена Соболева рассказали Сергею Павловичу о движении «Волонтеры Анапы». Пенсионеры по возрасту, но люди неравнодушные и активные, хотят участвовать в жизни города, помогать в значимых делах. Мэр Анапы подчеркивает, положительная инициатива всегда найдет поддержку, но для получения грантов и любой другой финансовой поддержки мало одного желания. Общественное движение в нашем городе очень развито. Надо или примкнуть, или найти свою нишу.